Продолжим. Куда, говорит, убежал библиотекарь? Так, ну, библиотекарь убежал тудой. Как мне тудой попасть? Вот так, понятно. Сейчас еще здесь осмотрюсь. Что тут вообще есть, нет? Есть что поесть. Вот, хорошо. В глаза смотри, библиотекарь. Библиотекарю. Честными глазами. Подожди, эта тварь же улетела и прошибла дыру. А, вон она, где дыра-то. Ну ладно, пошли дальше. Так, это что такое? Калаш. В глаза смотреть, библиотекарю. Я вижу, тварь. Так, тут надо вот что сделать. Так, доп оружие. Блин, на что бы тебе назначить доп оружие? Так что ли? Да, библиотека стала похожа. Эй. Я снова был наедине с ужасом. И мне предстояло взглянуть ему прямо в глаза. В прямом смысле этого слова. Библиотекарь, типа, в глаза посмотреть. А вон и библиотекарь ходит. Ну, я даже не знаю. Как с ним быть-то? Сейчас проверим. Они убрали, походу. Тут стволы были такие мощные. 20-зарядные, что ли, дробовики. Не знаю, может его искать где-то надо. Но в продаже я их не нашел почему-то. С теми дробовиками, в принципе, библиотекари не такие уж и страшные были. Uh.
А с этим оружием я не знаю даже, как убиваться-то будут вообще. Нет? Или им глаза смотреть. Все время. Так, это в один конец путь. Наверное, да. Скорее всего. Я тебе в глаза смотрю, какого хрена делаешь? Что ему, по-моему, все равно. Блин. Офигеть ты жирный, блядь. Собака, ну нажимайте, я начал нажимать. Наедине с ужасом. Да, блин. О-о-о. Вот и все. И нет вашего библиотекаря. Вот и нет вашего вертолета. Это полезные штучки-то, оказывается. Гранатки-то. Надо тогда, наверное, вернуть назад нафиг. Так, доп. Оружие. Это так ножом. Кнопок не хватает. Ну все это говно. Да. Фу. У меня вот только гранат таких осталось одна. Да, блин. Как пройти в библиотеку? Сука. Да, блин, картечек мне тут точно не хватит. Сколько их тут, этих библиотекарей, хреново знает. Окей, осмотрено. Замануха какая-то, да?
сеньор, сеньор. What? Что? Что-то мне уже страшно, блин. После гонца. Ладно. Сейчас будет побоище какой-нибудь, небось. Это уж по-любому. Я не пойму, вот на улице зима, да? Зима, так? Здесь должна быть минусовая температура. Откуда нахрен мухи, объясните мне? Мухи вообще-то зимой не летают, они дохнут. Ну, что они там делают зимой? Спят. Не знаю. Скорее всего, дохнут просто. Быстрее меняй, бля, фильтр, дебил, ёб твою мать. Как ты медленно все делаешь? Я охренею просто с тебя, пацан. Эй, где ты взрываешься? Офигеть. Куда он делся? Че, сдох что ли? Да. Сдох-то он, конечно, сдох, но у меня патронов нет. Больше. Есть 9 штук, но это уже меня не спасет, наверное. Хотя. Ага, сколько? 8 штук. Ну ладно. Это уже 17, значит, должно быть, да? Плюс 6. Придется считать патроны. Так, я помню этот момент, да. О, еще 8 патронов, отлично. Yes.
Но это скрипт, с этим ничего не сделаешь. Так, эта дверь нет, это нет, это нет. Так, спокойно. Простыл я тут в вашей библиотеке, ёп. Так, направо или налево? Или налево? Фак, твою мать. Все такое серое это стало, господи, я же вылечился. Что, сюда спрыгнуть или не надо, даже не знаю. Нет, наверное, туда. Хотя я вообще не знаю, не помню, как тут. Блять, еще один. Что ли? Или нет? Я пройдусь по этому этажу сейчас сначала. Видно будет. Так. Опасные твари. Так, сейчас уже не все посмотрел, да? Блять, двое сразу. Сейчас сзади выпрыгнет, конечно. Ну да. Давай, сука, где ты? Я книжки принес, давайте. Не хочешь, не надо, ладно. Не больно-то и хотелось с тобой воевать, честно говоря. Thank you.
падла. Что-то не пролазишь-то, блин. Подохший. По какой-то неведомой причине, нет? Библиотека. Готов, нахуй. Хорошо. Правда, 6 патронов нехорошо. Ну, зато живой. Так. По-моему, вот там вот лифт есть, туда мне и надо. Мать твою, он живой или нет? Нет, вроде. Зидох. Дохлая скотина. Блять. Ну да, давай. Сожрите друг друга. Я сказал друг друга. Башку придавило, все хорошо или нехорошо. Тут что-то еще сейчас будет. Блин, беги, ёп, пизда. Ну, блин, ну зачем вот это вот все, зачем, ну зачем, ну это не интересно. Он, блядь. Ну зайди в лифт, дебил. Ну и конечно он убежал, сейчас не выйдет. Естественно, что будет ждать, пока я из лифта выйду. Пиздец, аптечек нет еще. Блин, да, аптечек надо где-то нарыть. Где только вопрос. Да. Подземное хранилище было жутковатым местом. Я не знал ни где искать, ни даже как выглядело то, что я пытался найти. Но неведомый ангел-хранитель помог мне. Неведомый ангел-хранитель. Ох, иди твою мать.
Ты, наверное, взрываешься, да, Валон? Буду я тебе, сука, в глаза смотреть. Я тебе буду глаза твои вышибать. Блять, мне пиздец. Ёб твою мать. Подземное хранилище было жутковато. Да, да, да. И про ангела-хранителя я уже знаю все. Пиздёж это все и провокация. Нет никакого ангела-хранителя. Есть только гранаты. Чё ты не кидаешь гранату-то? Не понял. Подземное хранилище было жутковатым местом. Армейскими патронами, говоришь? Да, ну давай, попробуем армейскими зарядить их, хрен с ним. Во, жирный, а. 40 патронов. Ему вообще, да, насрать. Ты чё, горит? Не, ещё не сдох. Да уходи ты с... Хуль ты застрял? Не, ну мне так никаких патронов, конечно, не хватит. Чё? Ой. Дроби надо, блин. Где её взять? Дали. А на монстров надо 80 патронов как минимум, плюс граната. Нормально, чё? Отлично просто. Заебца просто. Вот это уже что-то по-человечески даже. Аптечки даже дали. С этим-то все еще плохо. Тихо. Тихо. Это типа тонкий намек, что этих монстров надо вот этими вот дротиками убивать, да? Но у меня нет такого оружия, к сожалению. Открывайся. Молодцы вообще, пиздец, конечно. Что такие охуенные молодцы, блядь. Я просто в ахуе. И шо? Mm-hmm.
Нет, патронов нет. Сеньор, сеньор. Надо сейчас туда прыгну и к нему упаду, по-любому. Куда мне вообще надо идти-то, господи. Так, как это посмотреть-то, господи. Туда. Сюда, наверное, да? Ботинки, вот мне ботинки нужны как раз. Давай, отдай мне ботинки. О, блядь, кто б сомневался, ёпта, и налево. Так, это я в эту сторону пришел, а в другую сторону что? Вот в эту сторону что? А, ничего, да. Все, все. Вопрос снимается с повестки дня. Найти в глаз. Ну что, сюда только. Больше некуда. Ничего, закрыто? Заперто, как обычно. Че, все равно мне с ними воевать придется, что вы хотите сказать? Может, не надо? Может, ну его на. Ну, я понял. Время пробежать дают. Только вот пробежать куда? Ну да, туда и. Туда и надо бежать, да? То есть надо, чтобы он прыгнул, а я побежал. Ладно, пофиг. Хотя тут еще какой-то ход есть, ну-ка. Он спит? Да? Ну да. Этот вроде спит. Охраняет, небось, что-нибудь. Нет, ай! Все, не-не-не-не-не. Стоять. Он
Блять, ну я ему в глаза смотрю, какого хуя надо? В глаза, говорит, смотри ему. И нихуя не будет. Пиздёж и провокация. Так, патронов нет вроде, стволов не дают. Пофиг, пошли дальше. Че это такое светится? Непонятная хрень, как обычно. Ну, вроде бы туда, больше некуда. Только не надо проваливаться, я тебя прошу, ладно? Это знаю я. Доски были гнилые, типа. Персонаж тяжелый. Дерево говно. И он упал, короче говоря. Он должен упасть, точнее говоря. Тихо. Да я бы ни в жизнь не полез вот в такую локацию с такими монстринами. Практически вот с таким оружием. Да нахер, наверное. В попу раненый, что ли, блядь. Сначала я бы обзавелся каким-нибудь макаром. Пусть дают оружие нормальное. Кто меня сюда послал? Не знаю, какой-нибудь гранатомет, пулемет, блять. Еще какой-нибудь мед. Где тут что было? БФГ, в конце концов, хороший вариант. Из кваки. Третий, или какой там, какая там квака-то, самая продвинутая, забыл. Вот, и тогда уже я бы пошел. А так что? Наверное, смерть посылать. Пошел к ядреням, бля. В глаза, говорит, ему смотри, ничего не будет. Ага. Взгляни, взгляни в глаза мои. Суровые. Взгляни. Быть может, в последний раз. Обратно меня уже не пустят, скорее всего.
Я нашел планы Д6 и карту командного пункта, но Мельник все не возвращался. Смогу ли я выбраться из библиотеки живым без его помощи? От этого зависела судьба моей станции. Ну, это мы в следующей серии узнаем. Пока.